такие вот снегоступчики. Не маленькие. Так, я разобрался, как все это работает. Нужно вставить чуть-чуть сюда. И потом уже вот так вот дорабатывать механизмом под размер ноги. Вот, и уже железобетона никогда это все не вылезет. Вот, снимать, правда, не очень удобно. Нужно вот этот вот белый язычок отогнуть. И вот эту штуку тоже полностью отогнуть. И потом уже потихонечку вытягивать. Не очень удобно снимать. Вот, но зато фиксируется крайне надежно. Железобетон, я бы сказал.